Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кибермен, и сегодня мы поиграем в игру Among Us. Давненько не было у нас игры. Я вообще, игра на самом деле очень часто обновлялась, но я не снимал игру, потому что она мне подлагивала вечно из-за того, что появлялись какие-то лаги, когда происходил саботаж в игре. Я долго разбирался с этим, но вчера я, в общем, разобрался с этим. И давайте я вам объясню, для тех, у кого лагает игра. Если у вас игра лагает при саботаже, то желательно вам поменять с русского языка на английский, и тогда у вас игра перестанет лагать. Ну а сегодня мы будем играть в Among Us, потому что вышло глобальное обновление. Сейчас я вам объясню, в чем суть обновления. Во-первых, разработчики, они сделали наконец-таки вот эти скины бесплатными. Помните, вот раньше такой скин, вот который сейчас видите на мне, вот этот скин, он был платным. Сейчас же разработчики сделали их совершенно бесплатными, ребята. То есть все такие скины летчика, там космонавта, там и так далее. Теперь вы можете их бесплатно ставить их на своего персонажа. Жалко, конечно, питомцев там нельзя, по-моему, бесплатно. Хотя не знал, если честно, об этом. Кстати, игра началась, я что-то отвлекся. Ладно, напишу где. И, кстати, почему? Почему красный? Можно профы? Да, кстати, ребят, дальше, что они добавили? Кстати, видите, у некоторых игроков внешний вид такой вот другой. Это, видимо, так вот, это скины на ваши вот эти вот панели. Это означает, что в игре Among Us вышло такое... что теперь здесь появилась прокачка уровня. То есть за каждую катку, неважно, какую выиграли или проиграли, вы получаете очки. И за эти очки вы набираете себе прокачку уровня. Давайте я скипну. Блин, не дают мне просто игроки мне рассказать суть обновления. Они добавили операции. Ну, как операция Warobots. Блин, они все-таки выглядят красного, жесть. В общем... Как вы знаете, вы же знаете операцию в игре Warobots? Так вот, их добавили в игре Among Us. Типа вы там выполняете... Ну, типа вы вот очки получаете за пройденные катки. И там получаете призы. Там новые скины появились, и их вот за выполнение очков вы получаете. Ну и многое другое. Также... Ну, я еще раз повторю, что вот такой скин на мне, это теперь он бесплатен. Как и многие другие скины, там корона, которые были. И там... как их это? Блин, я, если честно, отвлекаюсь на эту игру. Потому что игра в последнее время лагает. Она в плане лагает. Не могу я создать сервер, где я могу один спокойно... быть на сервере и вам тупо объяснять суть обновления. Ну давай же. Так, сюда. Наконец-то. Вот, такие скины можно получить бесплатно. Дальше. И самое главное, ребят, наконец-таки разработчики добавили в Among Us роли. Как вы, я думаю, знаете, вы, наверное, смотрите других ютуберов. У других ютуберов с помощью мода на Among Us были новые роли. Типа там много ролей с помощью мода на Among Us, где там были свапер, предатель какой-то там была роль. Так вот, разработчики их добавили новые роли в Among Us оригинальную, без всяких модов. Есть три роли. Первая роль — ученый, второй — это оборотень, и третий — это у нас, сейчас скажу, ангел-хранитель. Начнем мы, наверное, с ангела-хранителя. Ангел-хранитель — это роль у члена экипажа. И ангел-хранитель, он может защитить члена экипажа от убийства предателя. То есть, если вы там играете за ангела-хранителя и подозреваете какого-то предателя, и видите, например, этого, что предатель захочет убить вашего члена экипажа, вы, соответственно, ставите на него щит. И, соответственно, предатель не сможет убить данного члена экипажа. Я не знаю, член экипажа, который будет защищен, он поймет, что это и есть предатель. Ну, типа, по анимации убийства. Или нет. Надеюсь, он поймет. Ну и вот.
Но ангел-хранитель, он доступен тем, кто умер, и то не всем. То есть, кто умер в катке, тем достанется ангел-хранитель, но и то не всем, там рандом какой-то есть. Следующая роль — это ученый. Я не знаю, честно, что делает ученый, но, по-моему, он в комнате, сейчас скажу, он, по-моему, вот в этой, кто вот жив, он смотрит, видимо, определяет, кто убил именно. Я не знаю, точно это или нет, нужно смотреть. И третья роль это, блин, не дают сказать, блин. Ой, ну и третья роль это оборотень. Эта роль самая крутая, на мой взгляд, она у предателей. Суть в чем роли? Суть в том, что вы можете стать абсолютно, поменять свою личность. То есть вы можете стать абсолютно любым игроком, который играет с вами в одной катке. То есть вы можете стать абсолютно любым игроком. Прикиньте, и таким образом вы можете подставить другого игрока. То есть, играя как будто бы за другого игрока, вы убиваете при всех игрока, и они кикают именно того, кого они увидели. Но они же увидели, например, не самого предателя, а, ну типа, ну вы поняли, я думаю. Короче, они добавили такую роль новую. Это, на мой взгляд, самая крутая роль. Даже анимации есть, когда оборотень меняет личность свою на другого персонажа. Это прикольная роль. Мне бы хотелось, чтобы она попалась мне. Ну и, в общем-то, вот. Наконец-то, я надеюсь, вам все объяснил. Ну а шанс выпадения ролей зависит от сервера. Типа, вы в настройках сервера ставите там шанс выпадения ролей. Там можно и 100% поставить шанс выпадения. Я, понимаете, я бы создал сам свою катку, но из-за того, что... из-за того, что... Игра подлагивает, но тупо не дает серверу мне создать свою собственную катку. Мне приходится заходить на чужие катки. А тут, видите, мне не дают рассказать об этом обновлении. Мне вот... Они запускают катки, не дают сказать. Пипец. Целых 7 минут я только болтал об этом обновлении, но потому что, блин, не дают сказать они. Я даже нифига не соображаю при катке, когда я разговариваю. Так. Так. Угу. Ну, я думаю, видите, мой скинчик, он мой любимый, на мой взгляд, в игре, и... Круто, что их сделали бесплатно. Я вам так скажу. Так, что-то у меня вылетело. От этого... Google Play что-то у меня вылетело. Странно. Может, какой-то... Да, блин, не дают сказать. Вы чё, кнопку вечно нажимаете... Что у вас-то происходит? Я даже в чат не смотрю. Белый. Профы напишу. Ну, типа, кто не понял, доказательства какие? Профы. Ну, профы какие? Едать, а как так? Не я. Гость синего. Он топил ежа. Ежа. Классный ник, блин. Какой ежа? Это Ев, а не Еуш, вот он. Ну давайте, как хотите. Мне лишь бы в сути видоса мне поиграть, попасть за какую, ну, чтобы у меня была какая-то роль, чтобы показать это видео, ну и показать суть обновления. Надеюсь, они дадут это сделать после катки. Я очень на это надеюсь. Ой. Пожалуйста, давайте, кто там не голосовал? Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли из моих слов суть обновления. В общем, новые роли добавили. Особенно одну из крутых ролей — это оборотень. Скины сделали бесплатными, которые раньше были платные. Систему операций сделали. Систему операций сделали. Как в игре Warobots, типа, призы получаешь за очки. И вот, типа, уровень прокачки добавили. И все, в принципе. Ну, такое глобальное обновление. Игра-то, она на самом деле раньше обновлялась, но мне не хватало времени, как бы, обозревать. Видите, у меня игра подлагивала, пока я не сменил русский с русского на английский. Так, тихо. Очень подозрительный. Летчик. Слышь, летчик, это я летчик. У меня костюм летчика. О, у нас кто-то отключил это.
саботаж устроил связи. Слышь, чувак, я вообще-то тут летчик. Я летчик. Слышь, братан, я летчик. А ты никто. Не знаю, это мой любимый, честно, скин в игре. Не знаю почему, но это мой любимый. Я как его впервые увидел, я так захотел его раньше. Ну, когда еще они были донатные, я очень сильно их хотел. А сейчас, когда их сделали бесплатно, это круто. Ну ладно, надо выполнять задание, а то я что-то не выполняем. Жалко, что на английский язык пришлось сделать это... перевод. Но что поделать, зато на английском языке не подлагивает игра, когда саботаж происходит. Что поделать. Ну, в общем, я вам объясню, для тех, кто, у кого игра лагает, я вам объясню, что нужно сделать. Типа, поменять с русского на английский. Извините, что я много повторяю, но вот... Я боюсь, что как будто плохо либо меня слышно было, либо я отвлекался на катке. Чё у них там происходит? Где труп? Кто? Вот я не понимаю сейчас таких чуваков, которые спрашивают, кто? Ой, прям ответил тебе предатель. Это я! Только странные чели... Такие челики странные иногда. Кто? Кто мог сделать? А кто правду? Кто мог убить? В люке. В люке вообще-то есть инженер. Точно, ребят, забыл вам объяснить. Есть же инженер в игре. Еще. Еще также есть инженер в игре. Инженер, он может, как предатель, лазить по вентиляции. Прикольно, да? Единственное, в чем проблема этой роли, что другие игроки могут воспринять этого игрока как предателя. Мне это неприятно. А так, в принципе, вот. Ну, я забыл рассказать про роль инженера. Ну, в общем, вот. О, правильно! Убирайте этого летчика. И здесь единственный летчик. Это я. А ты пошел вон. Жалко, что ты не предатель, но для меня ты предатель всегда был. Потому что я здесь единственный летчик. Я летчик, блин. А ты никто. Угу. Давай. Я так смотрю, кто-то... Ева. Так, выполняем задание. Ну, я так понял, ученый, он типа как в датчиках жизни может узнавать, кто предатель. Я не знаю, правда это или нет. Или в комнате управления он может так узнавать, кто предатель. Не знаю, надо... Когда я стану ученым, надо будет проверить. Я постараюсь, конечно, почаще снимать Among Us. Потому что, если честно, я по ней соскучился по этой игре, а она, так как вышло такое крутое обновление в плане ролей, это круто. И в плане скинов тоже прикольное обновление. Так. Кстати, почему-то, когда происходит саботаж света, у меня почему-то освещение не пропадает. Это что, тоже какое-то нововведение? Что, типа, освещение выключается, но постепенно... Раньше же оно сразу у тебя освещение. А, понятно, кто был предателем. Ева! Вот, давайте сейчас посмотрим на прокачку уровня. Как вы видите, я практически третий уровень получил и получил какие-то бабы. Я не знаю, что они делают. И давайте посмотрим на... Вот, смотрите, скины здесь абсолютно бесплатные. Можно такой скин выбирать. Можно такой скин... Здесь такой скин можно выбирать. Ну, в общем, вы поняли. Здесь почему-то мало скинов, ну ладно. На питомцев вообще нету. Здесь я не знаю, что тут. И вот это. Я вот не понимаю, что это такое. Mirror Cosmic Cube. Mirror Cosmic Cube. Это что такое? Типа... Я могу это активировать. Актив. И что это значит? Актив. Это, типа, это и есть операция, где можно получать классные скины, получая вот эти бабы, или чё? Ну-ка, давайте я спрошу, ребят. Как получить новые скины? Как получить новые скины? Блин, катка началась, они мне не дали объяснить.
Может, мне какая-то роль выпадет? Давайте посмотрим. О, я предатель! И опять этот чувак зеленый предатель. Я обычный импостер. Жалко, мне попались мне роли, но надеюсь, в следующий раз мне выпадут какая-нибудь роль за предателя или за выжившего. Кстати, видите, они поменяли кнопки. Теперь саботаж, типа, вот здесь находится. Не сбоку, прям чуть повыше. Давай, чувак. Мы их убьем. Извините за такое грубое выражение. Но это и правда. Блин, так кнопки неудобно расположены, что иногда ты путаешься. По привычке же кнопка вентиляции была в другом месте, а тут бац. Кто? Не знаю кто. Я инженер. Спасибо большое. У света. Ху, кто? У входа. У меня метеоры. Сходите, посмотрите. Я никто. Я экипаж. Ну, спасибо большое. Мы знаем, что ты экипаж. Я обычный импостер. Я даже не оборотень. Хотя я бы хотел вам показать, что это за роль. Я думаю, сниму следующее видео по Among Us, где мне по-любому какая-нибудь роль должна выпасть. Блин, может еще раз у них спросить. Как получить новые скины? Как получить новые скины? Я член экипажа. Чувак какой-то странный вопрос задал. Может, что играть, кроме Among Us? Типа, не по этой теме. Блин, никто мне не хочет объяснить, как получить эти скины. Чё, неужели нужно активировать ту штуку, которую я вам показал в той коробке? Я что-то не понимаю, если честно. Но я предатель, ребята. Время предательствовать. Блин, как получить такие крутые скины? Вот эти новые, типа куст какой-то. Это, может, правда? Не знаю. Напишите, ребят, в комментариях, если вы знаете, как получить вот эти новые скины. Пожалуйста, напишите об этом в комментах. Я очень вас прошу. Потому что я не понимаю. Я хочу эти скины получить, но не знаю как. Вот. Так. Ого, это что-то новенькое. А, не, ничего нового. Чувак со мной ходит. Он, видимо, либо меня узнал, либо что. Так, он со мной вместе ходит, причем. Блин, кто-нибудь саботируйте свет, чтобы никто не видел. Пожалуйста. Я не могу выйти. Боюсь я, что меня спалят. Ладно, выходим. Ля-ля-ля-ля-ля. Нас как будто не было. Ля-ля-ля-ля-ля. Дай пройти, я вылезать во все стены. Блин, кто-то там вышел. Дай пройти, чувак. О, саботаж. Давай. Ладно, притворимся, что мы типа член экипажа и саботаж убираем. Ой, что же, какую же тактику придумать? Я отвлекаюсь, если честно, просто радуюсь этому обновлению, что не знаю, какую тактику придумать. Я даже саботаж не могу сделать. А может, в комнате управления ничего нового не добавили? Нет, ничего. Блин, саботаж света сделайте. Саботаж. Блин, ну не вовремя свет выключился. Ладно, может, кто-нибудь там будет. О, наконец-то кого-то хоть. Двоих! Ха-ха-ха. ГД. Надо бы цвет поменять, это не мой любимый цвет, оранжевый. Мне все-таки нравится это... Это самореп. А я заметил, что этому зеленому челику... Ему почему-то... Все верят все время. Я сканился. Понятное дело, ты сканился, молодец.
Никто у тебя не об... Ничего у тебя не обнаружено, когда ты сканился? Почему? Ну, типа зеленый. Это у него такой ник. Почему? При мне. Что при тебе? Что... Извините, что я вопрос не ставлю, но долго. Уверен. Надо в скобках добавить скобку и написать «А», потому что вдруг она девочка, я не уверен. Уверен. А что, что... Блин, если я сейчас не проголосую против зеленого, меня заподозрят и меня тут же уберут. А если я проголосую, то минус предатель у нас будет. Ну ладно. Иначе они меня все заподозрят. Извини, чувак, но мы попытаемся выиграть за предателей. Блин, минус предатель у нас. Надо что-то делать. Бегом! Блин. Блин, я хотел убить его, и этот чувак подошел. Блин, может кто-то есть это? Нет! Блин, я его мог убить. Ладно. Делаем... Сейчас... Ну, сейчас они сделают саботаж света, скорее всего, и это... Попытаемся убить в этот момент. Опа-на. Сейчас посмотрим. И надеюсь, они не вдвоем идут там все. Так. Так, я убил. Типа, на свету никто не видит. Е-бой. Где? Типа... Это он кого обзывает? Меня, что ли? Вот этот чувак зеленый. Ты что, вообще офигел? Если ты меня обзываешь, ты что, вообще офигел? Ты понимаешь, чувак, если бы я против тебя не проголосовал бы, хотя, блин, они могли... А, блин, я... Блин, точно. Я, извините, ребят, что я себя... Я тупой. Тут же настройка включена, что типа на голосовании не показывается, кто какого цвета чувак проголосовал. Пипец. Тут же не в голосовании не показывается, кто именно за кого проголосовал. Я мог тупо в того челика проголосовать, которого тоже много человек голосовало, и тупо у нас поровну было бы голосование. И все. И как бы и предатель бы у нас бы не ушел бы, и все бы выжили. А так получается, что... Ну... Меня там не было. Меня там не было. И меня хотят убрать. Скорее всего, розовый. Скорее всего, за розового? Ну да, скорее всего, они за розового захотят. Да-да-да-да-да-да-да! Ну чё, чувак, нам одного убить? А нет... Фу, не-не-не-не-не, рановато. Одного, что-то я поторопился одного убить. У нас там еще полно чуваков. Я думаю, у нас осталось пятеро, типа одного мы убиваем, и все, как бы победа. Ай-ай-ай. Давай, чувак.
Блин, конечно, возможно, я спалюсь таким образом, но ничего страшного. А, он специально выжидает чувака момента, что типа не саморепорт был. Ну правильно, он делает на самом деле, с одной стороны. Но с другой стороны, они сейчас подумают на нас, топовых, типа мы единственные там были. Ну да, чувак, блин, не надо было его убивать, надо было... И тебе фиолетовый... Я тоже неправильно сделал чуть-чуть тактику, что типа... И в то же время Фиолетовый тоже неправильно сделал. Он зарепортил, хотя не нужно было ему репортить, так как мы единственные двое человек, которые туда побежали. Наверх. Все остальные, походу, были у кнопки. Дебил. Дебил, вот это салатовый. Дебил. Делаем таски, короче, напишу. Блин, неудобно, если честно, на телефоне. Жалко, на компе пока что не могу. Может, в будущем буду. Делаем таски. Чё это там? Это оранжевый. Блин, меня выгнали. Да, я неправильно сделал, если честно. Неправильно сделал. Ладно. Давайте выйдем, короче. Надеюсь, мне дадут создать катку, чтобы вам чисто просто показать. Нет, не захочет. Дисконнект опять сейчас скажет, да? Ну, короче, в чем суть обновления? Суть том. Добавили они новые скины. Это раз. Два. Старые скины, которые за донат были, они стали бесплатными. И, на мой взгляд, это круто. Жалко, я не знаю насчет питомцев. Ну, ладно. В-третьих. Добавили, я так понял, по сути обновлению, типа, операции, как в игре War Robots. Типа, ты зарабатываешь очки, получаешь новый уровень. И за счет этого, за счет очков, ты открываешь себе новые скины. Там, типа, повозка такая идет. Я не знаю, конечно, как ее активировать. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как... получить вот эти новые скины. И во-вторых, напишите, пожалуйста, в комментариях, как что это за штука, которую я должен был активировать. Может, я могу выйти? Ну, давайте найдем игру. Дисконнект. Ну, дайте мне какого-нибудь рандомного игрока, чтобы чисто просто показать. Спасибо большое. Короче, смотрите. Вот. Здесь цвета. В этой коробке новый. Можно поменять своего персонажа. Цвет, скины разные. Можно хоть шляпу новую, хоть это. Сюда. Скинов, конечно, мало, но ладно. Питомцев, не знаю, платно, бесплатно. Тоже можете написать в комментах. Вот это я не знаю, что это такое. Вот это, ребят. Смотрите. Что это означает? Напишите, пожалуйста, ребята, об этом в комментариях. Что это такое? Я вот нажимаю «Актив», и он становится активным. Но так как я не знаю, что это такое, я пока не готов это активировать. Напишите, пожалуйста, об этом в комментах. Что это за штука такая? Ну, я могу, типа, поставить на руль... Давайте... А, давайте так и сделаем. Я временно поставлю русский язык, чтобы было понятней. Русский... онлайн, найти игру и вот сюда. Давайте посмотрим. Так, а все равно на английском. Разработчики, что-то у вас тут не так, у вас все равно на английском. Посмотреть куб. Посмотреть, вот где эта операция, ребят, вот она, вот она. Вот. И вот тут можно получить классные призы. Можно как-то увеличить радиус. Вау! Столько скинов. Вот питомец, кстати, прикольный. Роза какая-то. Все, я понял. То есть мы нажимаем на слово «активировать».
И, видимо, за счет того, что когда катка у меня будет заканчиваться, я буду получать очки. И вот эти очки я буду открывать новые скины. Вот. Все, теперь понятно стало, ребят. Вот теперь стало понятно. Спасибо. А, вот радиус можно увеличивать. Только неправильно как-то сделано, ладно. Ну, в общем, вот как они сделали. Прикольно на самом деле обновление, ребята. Вот скины новые. Они чисто бесплатные. Прикольно. Ладно, ребят, будем заканчивать видео. В следующем видео я попытаюсь стать кем-то из... Ну, чтобы мне досталась какая-то роль. А на это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.